Сертухи придется стрелять, видите? Хорошая вертуха. Мне нравится. А, она не все. С полувертухи дал. Я дождался своего часа. Я дождался этого возмездия за все страдания, которые мне причинил этот рандом. Он поплатился. Он поплатился 121-м. 121-й совершил ошибку, решив прокатиться бортиком, да? Я его на этой ошибке, конечно же... Так, надо как-то встать, чтобы меня не светили. Могу ли я это как-то сделать? Вряд ли. Или могу? Вот это плохо. Вот это плохо, потому что... Тихо, тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Леопард светится, кстати. Поедет, не поедет на меня. Это я одобряю. Это мне нравится. Что они сделают? Вот, я был бы очень рад, конечно, если бы они это не сделали бы. О, нахуй, видишь? Вот так вот. Вот так вот надо с ними ебать. Со всеми. Че, ебанем, нет, него? Разъебали нахуй. До свидания, ангар, нахуй. Следующего можно, пожалуйста, организовать? Я хочу следующего. А что, нельзя, типа? Типа я его не достану. А вот леопарда-то я достану сейчас. Можно леопардов? Какой назад, нахуй? Вперед, блядь, только. Вы чё, блядь? Какой назад, блядь? Только вперед. Я, блядь, не знаю слово назад. Вы чё, ребята, вы ебанутые, что ли? Вот это я понимаю. Вышел, уебал. 2000 получил, да и похуй. Встань. Бля, придурочная на ЦСке. Пожалуйста, брат, спаси. Он мстит, да? Он мстит. Ха-ха, да, конечно, я ему 1760 въебал. Конечно, он хочет отомстить. Вот за этого я люблю бабаху. Вышел. Тебя накидали, да? Ну, полные щи. Но ничего страшного, зато какое удовольствие. О, гриз светился. Какое, зато какое удовольствие после этого. Ну, это просто... Тут, кстати, грили есть. Невоображаемое удовольствие, не передать словами, которые... Меня светил. Или он? Буратос, наверное, кто еще? Вертуха. Вы видели, как я стрельнул, блядь? Я вообще ноль сведения было. Прикиньте. Прикиньте, реально ноль сведения было сейчас. Я просто... видели, как я просто навелся там, блядь, разброс, блядь, на весь экран, нахуй. Я навелся, уебал и все. И нормально. И играть дальше можно было. Кого-то ваншотну еще, допустим. Хури, конечно, хотелось бы. Но как-то так. В принципе, допустим. Хури, конечно, хотелось бы ёбнуть бы. Ну, вот, примерно как-то так. В принципе, неплохо. Ах ты, вот она, аж ты где ж. Аж ты вот, аж где ж ты. Куда ж ты далеко уехала? Прикольный трек играет, кстати.
Мне нравятся такие треки. Балдежные. ТВП, давай, родная. Разъеби его нахуй! Сука, мразь. Жалко, ТВП заряжено. Хотя она целит его. Ты сейчас 125, охренеть, блядь. Вот это летит, конечно. Прям четко в цель. Ха-ха-ха! 700, а я тебе 1300. Ты мне 700, а я тебе 1300. Как тебе такое, а? А? Поражета нравится? Получай, ублюдок. Получай, сука. Наверное, не понравилось этому гражданину, я так думаю. Я так думаю этому гражданину... Нога зачесалась. Этому гражданину не понравилось. Бля... Сколько можно дергаться-то? Ну, остановись ты уже. Тут. Ой, засвет, да? Мог быть засвет. А, блядь. Крючок. Тысяча двести. Вы прикиньте, что он делал. Вы прикиньте, что он делал. Он стоял там, да, меня видел. Я думаю, что он не... Ну, я думаю, он стрельнет на мне на 700. Думаю, ну пофиг, 700 танкану. А он стоял и ждал, пока интуиция перезаряется. Кайф. Райское наслаждение пошло. Главное, чтобы борта не пробило здесь. А-а-а-а-а-а! 913. Сосать. Куда ты нахуй едешь, блядь? Алло. Дядя, давай назад. Алло, дядя, назад давай. Бля, мало здесь в упоре еще, но это пиздец. Блять, что так? Атака какая-то идет на меня, нахуй! О! Пиздать, я ублюдок, нахуй. Ну и что ты, брат, а? Ну как тебе такое? Нравится? Нравится, не нравится? Пизда тебе, нахуй. Блять, здесь фош еще едет. Блять, что это? Блять. Что происходит? А что с вами домом, алё, может кто-то объяснить, допустим, ну? Есть у кого-то какие-то объяснения, что происходит вообще, ну? В общем... В общем, черта, кто-то может объяснить, что вообще происходит с игрой? Куда они поехали, блядь, все? Куда вот этот поехал, куда вот этот поехал, куда вот этот, блядь, поехал? Что, блядь, ебанутые, что ли, вообще, ну? Они под чем, нахуй, играют? Ты куда едешь, дорогой? Ля, странные ребята, конечно. Ну, получайте пиздячку. Получайте, а чё? Не, ну а чё? Ну, получили пизды. А как они хотели? Как иначе-то? Никак. Так, кронвага на охоту, конечно, забрать. Ну, дайте. Его уже, блядь, не заберешься. Его забрать можно, конечно, но... Вертуха. Я БР-105, нахуй.
Стоит, блядь, на десятке, думает, в топе, буду светить тут всех. Я на колеснике, я имба, блядь, выкатывается, получает по хребтине, блядь. Закатывается обратно и едет в ангар. Хороша. Вот за такие моменты я люблю. ПВ-4005. Так, куда ты нахуй? Назад хочешь? Жестко. Я помню, когда мы там 100% отметок про вот эти на 279 раннем, которые... Это вообще было. Я такой смотрю, у него 200 зрителей на тот момент. А у него там подписчиков, там, ну, 1000 или там 2000 подписчиков. Я такой, ебать, как у него 200 зрителей и 1000 подписчиков. Я такой сразу понял в тот момент, что, типа, он будет... Что он будет популярный. Он станет популярным. Про себя я, правда, так не думал. Про себя я вообще не думал, что я буду популярным. Ну, я и не популярный, нифига. Меня смотрят 2 человека. Или 3. Но если когда-нибудь вдруг у меня появится аудитория, то я буду очень рад этому. А я, блин, по-моему, девчонки.